Мы покинули строевой плац. Идем к казарме. Вот здание казармы. Здесь же клуб. Другие службы размещались. Вот в этом здании. Территория войсковой части, где размещались подразделения войсковой части 75-244. Вот здесь был спортзал. Да, 6 декабря 2023 года. Только сейчас были на плацу, вот тут плац. Вот здесь. Ну, по дорожке подойдем туда, ко входу казармы, и бассейн посмотрим. Нет, не бассейн, фонтан. Сюда на КПП, который на выход туда. К отделам хранения и объектам хранения. А здесь командирская дорожка сюда пошла. Направо туда, жилой сектор. Мы идем к казарме. Ко входу в казарму. Снег, что выпал неделю назад, подтаивает. Хорошо видно, что он уже тут. Вот какой тут наст. Видно, что тает. 1 градус тепла. Времени начало 4. Вот казарма. Опять же, забегая вперед, территория входит в состав заповедника. Все объекты на территории расположения войсковой части не востребованы, не нужны на территории заповедника. Ну и потихоньку уходит в небытие. Но мы успеваем запечатлеть на фото, на видео. Там где-то возможно. Ну, сегодня мы здесь. Вот вход. Туман, не туман. Морось, не морось. Дождь, не дождь. Очень мелко и противно. Ну, снег хорошо тает. Вот. Подошли мы куда. Вход в казарму. Там дальше вход в клуб. А мы пойдем сейчас налево. Вот здесь был спортзал. Вот он. Мы подойдем. Он мелькает. Мы часто его видим. Фонтан декоративный. Туда мы идем. Сейчас. Не заходим мы в помещение. Мы были не один раз. Нас интересует сегодня именно территория в снежную пору. Поскольку снег скоро уйдет. Я в первом видео говорил, что, наверное, за неделю он уйдет, конечно. Поскольку будет до 8 градусов тепла. Сегодня 1 градус, он уже уходит. Тут летом не проползешь, не видно, куда идти. Вот мы куда вышли. Фонтан. Чуть дальше туда, на возвышенности, там был участок территории, где были животные некоторые. Ну, зверинца не назовешь. Вот на фоне казармы этот объект. Конечно, в зимний период он не действовал, фонтан. Капает с деревьев. Капельки. Снег, что превращается в воду. Да, на фоне казарм. А
Объект хорошо сохранился. Сами видите. Да, состояние хорошее. Ну, не совсем уж хорошее. Можно сказать, удовлетворительное состояние. Спортзал, вот тут мы бы видели. Справа. Листва. Вот здесь надо фотографию сделать будет. На фоне. Да, вот так будет хорошо. А за спиной там территория автопарка уже дальше пошла. Там курилка. Вот тут вот как раз плавательный бассейн. Дальше. Много чего еще тут было и есть. Довольно много. Посмотрели мы в снежную зимнюю пору территорию войсковой части. Частичку территории у казармы. Войсковой части 47. Извините, 75-244. Что-то тут соседи рядом. Как раз 47-280. Вот так вправо, если мы стоим на казарму, смотрим. Сзади наш фонтан. Вправо расположение туда как раз и есть. Войсковой части 47-280. Сначала будет автопарк, потом будет само основные объекты. В эту сторону, если эта часть закончится, там уже артсклады. Войсковая часть 010-10 или 028-58-56. Ну, а дальше там уже Троебрицын. В ту сторону. Вот все рассказал. 6 декабря. Снежная пора.